Всем привет, с вами Антон на канале Антон Фриланс. Сегодня вот тут массовка в таком большом красивом отеле. Вот приехали на машинах, где-то 3 часа от Бангкока ехали. Вот это большая съемочная бригада, снимает сериалы тайские. Вот сейчас утро, встречались 5:30 утра, ехали уже почти 8 дня, 8 утра, вот, приехали, по традиции, утром кормят завтраком, сейчас мы расположимся, покушаем и начнем, нас оденут, накрасят, начнем работать, вот здесь вот кухня, похоже, вот такое утро. Похоже, съемки уже здесь идут. Вот. Да, похоже, в этом сериале я уже снимался в другом месте, в университете. Вот, а сейчас вот такое. Так что вот такие дела. С вами был Антон на канале Антон Фриланс. Остановимся будет дальше. Все, пока-пока. Ну, вот здесь у нас гримерка. Нас уже одели. Вот здесь вот красят звезды, сидят. И, в общем, себе все гримерка. Вот. Мы находимся вот в таком красивом отеле. Вот фотография. The present life, my cousin. Вот. Вот мои друзья тоже в форме генералов. Вот. Что вот так вот сейчас вот съемочный процесс начнется. Вот. Потому что отдыхаем. Вот можно идти посмотреть. Вот очень красивое здесь место. Даже не до конца его построили. Там бассейн вдалеке. Да, вот в таком замечательном месте сегодня будет проходить съемка. С вами был Антон на канале Антон Фриланс. Все, пока-пока. Ну вот снова я, генералиссимус. Сегодня вот такие вот съемки, отличные в сериале в тайском. Вот. Сейчас у нас обеденный перерыв. Вышли на улицу подышать свежим воздухом. Хотел вам показать, здесь виды очень красивые, да. Вот. Тут, кстати, кухня.
готовят нам сейчас обед, что-то вкусное делают. Вот такой вот красивый здесь, такой как медицинский центр, отель, то есть санаторий как бы. Вот, находится где-то 2-3 часа от Бангкока. Смотрите, какие тут красивые газоны, подстриженные горы. Очень-очень красиво. Так что вот. Дальше что-то будет интересное, вам покажу. С вами был Антон с Бангкока, массовки. Всего хорошего вам, до связи. Пока-пока. Сейчас будет съемочный процесс в этой комнате. I think, I think, I think, yeah.